Пошел, 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 пошел. Ого, смотрите, как он прикольно головой машет. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Неон Леон, Данил Топ, Слава Питер, Дрэг Драгон, Стаканчик, пацанчики, поздоровайтесь. Всем приветики, омлетики. Всем хай. Добрый вечерочек, ребята. Мы скачали классных аниматроников и сегодня будем от них убегать. Если вы опять кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Сейчас я покажу, как они выглядят. Первый у нас Найтмэры. Вот такой у нас дебелый конь. Давайте прям всех поставлю, мы всех рассмотрим. Вот такой вот есть. Кстати, они очень классные звуки издают, обратите внимание. Найтмэр Чика. Найтмэр Фокси. Найтмэр Фридбер. Найтмэр Фредди. И Плюш Трап. Смотрите, какие они очень классные и детализированные. Кстати, они очень классно бегают, и у всех разная скорость. Фокси маленьким ростом. Да не, нормальный. Так, ну что, давайте сначала буду по одному их ставить, а мы будем убегать. Первый пошел. Найтмэр. Ой, слышь, я уже его боюсь. Эй, так хва... Он телепортируется. Да он вроде бегал. Да он же бегал. Он же бегал. Вот, смотрите, побежал. Да как это работает? Пошел, 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 пошел. Ого, смотрите, как он прикольно головой машет. Такой звук ходьбы у него, как будто по дереву бежит. На! Да ладно! Да ты задрал! Че он... Че он телепортируется? Он же должен бегать. Ха-ха-ха-ха! Прикольно, прикольно. Пошел, 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 пошел. Атакуй. Мне кажется, он не так быстро и бегает, да? Да ты за... Стойте, стойте, стойте. Раскидал нас, как щенков. Хорошо, давайте Найтмэр Бонни. Я уже их боюсь. О, вот этот вроде не тпхается. Смотрите. Опа, хотел тебя схватить, кстати, и сожрать. Но что-то не получилось. Эй! Эй, на меня целится, на меня целится! Ну нафиг! Ага. Обмануть одним. А где он? Он побежал. Я, короче, буду наверху стоять. Смотреть? Да, как вы погибаете на картофанчиках. Вот, сяду себе и веселюсь. Вот, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Побежал, побежал, побежал за пацанами. Очень прикольно, очень. Кстати, в них нужно вселяться, но управление не очень-то и классное. Кстати, эти аниматроники вышли сегодня. Записываем свежачок. Смотрите, он стоит какое-то время, думает, за кем бежать? За тем бежать? Или за тем бежать? Побежал, На дистанции бьет? Да. Видишь, он где убил? О, что-то еще болтает. Так, так, не подходите близко! Ты же видишь, что он делает? Это псих какой-то... В конце ролика, ребята, обязательно досмотрите до конца. Я поставлю всех аниматроников, и мы будем от них убегать. Хочу пердальник разбить. Хорошо, давайте следующий, Найтмэр Чика. Пацаны! Да господи, я так испугался, это трындец. Да отвали! Чика, отвали! Скажите ей, пацаны, что-то. Влюбилась она в тебе. Не надо мне такую любовь, она меня гасит. Пошла, 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 пошла за пацанами. Эй, что вы делаете? Давай, давай, давай. Кстати, я не такая быстрая, если бы не хопить. Эх, Диппер, хорошим был человеком. Да. О, давайте все в воду проверим, они в воду залазят или нет. Погнали в воду. А сколько они живут? Дим, тебе интересно, за сколько они живут? А мы в конце, когда я всех поставлю, мы битву сделаем. Что, зависла, что ли? А где она? Она под водой. Под водой. Она бегает. А. Она орёт, орёт на вас за то, что вы не хотите на ней попадаться в зубы. Хорошо. Найтмэр Фокси. Блин, я его боюсь, когда я... Да я знаю, когда я его ставлю, сразу меня мочит. Это кабака быстрый. Ого, кстати, быстрый очень. Ой. Прицел, смотрю на него. Пацаны, помоги. О, хорошо, что он тебя переключил. Он не знает, за кем бежать. И за тем, и за тем, и за тем. Но в итоге выбирает жертв и мочит их. Ребята, напишите в комментариях, как вам эти аниматроники? Мне кажется, очень крутые. Прям классно сделано. Да вы задрали! Фокси, аниматроники. Вот я сзади. Да. Мне кажется, от Фокси, да, пацаны, нереально убежать.
Я тебя достаю, а меня не видит. Давай, давай, давай. Ой, я об стенку ударился. Пошел, 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 пошел. Опс, я даже перед тобой стою. На, кто следующий? Он вас любит почему-то, чем меня. Вот это псих. Он ржет, да? Отвали! Ого, на расстоянии как он большом бьет. Прикольно, прикольненько. А стой, 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 стой. Хорошо. Nightmare Fredbear. Блин, я его сейчас поставлю, меня убьет. О, так, подальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, псих какой. Дима. А? Чё, как он крикнул, когда он заспавнился? Тогда он кричит на всех, он злится. Да. Нет, там крик женский будет. А. Чё, отвали! Отвали! Он по ступенькам не бегает. Надо было это использовать. Блин, мне так страшно, когда он за мной бежит. Я очкую. Фух, никого нету. Я буду наверху. Пусть мочит пацанов. А я сижу на краешку здания. Бежит, бежит. Да, он до любого догоняет. Даже бы не хопить, невозможно убежать. Он за тобой. А я сейчас спрыгну в последний момент. Опа! А что, он не будет спрыгивать? Нет. У меня есть шанс добежать опять наверх. Бежит. Бежит, бежит, бежит. Я слышу, лапами тарахтит. А я опять наверху буду сидеть. Отлично, мы сидим, сидим, отдыхаем. Да опять за нами, ты чё? О, за ним. На тебе. Хорошо. Следующий у нас Nightmare Freddy. А чё у него за звук, как будто с фиолетового человека? А чё он делает? Он чё, падает на картофана, когда мочит? А ну, давай. Смотрю. Да, он... О, смотри, что делает. Прикольно. Получается, он как будто съедает тебя, да? Типа на картофаны, на раков становится и мочит. Гоп, раковки. А он медленнее. Он медленнее, да, кстати, от него легко убежать. Чё за мной бежишь? Куча игроков. Он по ступенькам бегает, жопа! Нет, не жопа. Ну ладно, пусть меня убьет. Давай, замочи меня. Я за спины, смотрите, стою, не убивает. По жопе дать. На тебе, посрача, падла. На тебе! Он со спины не убивает, обратите внимание, только спереди. Монтировкой по жопе ему. Так, давайте пока он тут, мы и проверим, он умирает вообще? Ох ты, жлобуха. Челик, ну зачем ты тут сидишь? А ну-ка, 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 давайте проверим. Ага, умирают, это хороший знак. Так, ну что, вы готовы? Сейчас у нас будет самый мелкий, но противный. Плюш трэп. Ого, звук. Ты что такой быстрый? Ты же маленький. Ну чё, давай, да? Ух ты! На! Ух ты! Чё, боишься? Не, мне кажется, он не такой быстрый, да? Возможно убежать от него. Хитрею. Нет, 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 его хотел обмануть, не получается. Попробуй. Пускай меня бежит. На каком расстоянии он бьёт? Вот сейчас проверим. Давай. Сетка, вот как раз. Умри лучше. Ты решил заблокировать решеткой? Да, я проверить. Убьет меня или нет? А ну давай. Давай, сзади тебя встану. Давайте все за решетку, пацаны. Эй, дурак что ли? Да ты псих что ли? Ну давай, замочи меня. Кстати, он не сразу мочит, какое-то еще время идет. Ну что, пацаны, сейчас будут все аниматроники одновременно. Отключаем им ИИ. А мы, может, темного берем, он всех нас убьет быстро. Кто? Ребят, темного остерегайтесь. Поехали. Все аниматроники против нас. Мы умерли все. Блин, хотел на балкон запрыгнуть.
Кстати, на карте есть такое место, куда они не залезут. Это надо на балкон прыгать, только туда. О, я сейчас приду. Сейчас. Опа, нет. А! Да ладно, никак не убежать. Нет, нечестно. А, он телепортируется, да? Стойте, давайте черного, да, уберем первого, его не будем ставить, хорошо. Давай вместо его поставим. Я хотел вообще хитрить. Поставим два вроде. Вот, ребята, вот теперь началось. О, давайте бегайте за мной. Все-таки повыживать так теперь можно. А я стою себе, отдыхаю потихоньку. Ребята, можете использовать оружие? Пулеметы, автоматы, давайте, наказывайте их. И я постреляю. Дим, знаешь, что я говорю? Да. Да наш. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не буду на трубку. Они что, за мной бегут, что ли? Эй, отвали! Ух ты! Этот умеет спрыгивать, а не боится высоты. Вот это пацаны раскумарились. Да ты задрал! Пацаны, мы должны их убить каким-то образом. Один, ну, болезнь. Нет, не надо. Должна с пулеметов. Давайте убьем с пулеметов. Надо миниган взять, я знаю. Даже если я умру, я выберу миниган. А чё? Да отвали ты! Ах ты! Ну чё, я взял миниганище. Где эти чилипиздрики? Да блин, пока я в того убил, стрелял, тот меня убил. Вот это творится вахханалия какая-то. Так, что у нас за оружие еще есть? Какое можно... О, Serious M2. Давайте. Вот эти знаю, шары. Вы что, не умираете? Я даже не знаю, какое оружие. А нет, есть вариант. А что они не умирают? Реально жестко хотим их замочить. Они смертные, попроверяли. А, ты, блин, за друга. Заступился за кентафурика. Да Фокси! Шмокси! Ах ты, блин! Вот это жесть, что творится. Так, давайте тогда проверим. Я сейчас брошу одну маленькую бомбочку. Так, ребята, одна бомба. Ой, я убил кого-то. Убил? Все-таки смог. Не, я своего убил. А. Я просто полежу после... О, бомба прилетела. Это называется сильная бомба. Нет, одна маленькая. Ну, я говорю, не убил их. Хорошо, Фокси, да прекращай. Вот эти бомбы их убьют. Смотрите, что сейчас будет. Нет? Убила? Нет. Ну, хорошо. Хорошо, есть у меня еще. Можно нюх использовать, маленький. Я убил. Производители не китайские. Да ё-моё. Ух ты. Убил. Еще одного убил. О, еще убил. Чё, всех? Нет. Нет. Ну давай, теперь ты взрывай. Покажи свою бомбочку. Ребята, я валю. Пока, народ. Ух ты. Не убило. Не убило. С этого пака не убивают. Сейчас я покажу, кто кого убивает. А еще какую можно... За шквар бомбу, что ли, взорвать? Троих. Сейчас, ребята, сейчас. Ах ты. Я сейчас посмотрю, как ты умрешь. Сволочь ты такая. Вот это бомбежка у нас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ух ты. Это мои бомбы взорвались. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Поехали. Ого, ты бомбу поставил. Это королевская, если не ошибаюсь. Сейчас.